Короче, ребят, первые минуты на Мальске. Я только что появился, вот что здесь дают, вообще пиздец, да? Ладно, чего моды на карту, что ты имел в виду? Ну вот. А, вот. По-любому тут есть этот Team Protection, или, блядь, как он называется, короче, групп менеджмент, вспомнил Team Protection. Тут, блин, теперь конкретненько надо следить за утеплением всего. Вау. Тут типа сделали как на подпевасе третье лицо, но при этом ночью все равно как на первом. Это, кстати, наверное, прикольно. О, не, ну это прям хорошо вначале. Какие-то незнакомые вообще здания. О, тут, я не знаю, ты знаешь или нет, тут есть выброс, если что. В смысле, а что в них делать? Бежать в дом. И любой дом, не обязательно какую-то подземную искать, кстати. Не открытый, типа. О, игрок. Пиздец, зомби. Может, мне игрока убить? Чё он не бьёт? Я появился. Меня убили. Заебись, вода. Давай в групп менеджмент на пати. Чё? На П. Буква пидорас. Опять появился около каких-то, блядь, бараков. Обама. Был бы ты человек, нахуй! Ну, я рядом с Воркутой, в принципе, мне сюда и надо. Нахуя? Ну, Воркута — это единственный город, в котором есть еда. Ну, именно консервированная. Значит, мне тоже туда надо. То есть, понятно, это игра, в которой не будет еды, но будет куча оружия. Оружие будет на юге. Для того, чтобы туда добежать, нужна еда. Замкнутая, понятно. Если ты в Воркуту, то я к тебе. Вообще карта не выглядит как модерная, она выглядит довольно симпатичнее. Она идеальная, она прекрасная. Короче, пожарки и война. Я оружие нашел. Блин, без магазина, сука! Ебать, тут выстрел прям из Мосинки. Прям челик что, с ПНВ, что ли? По-любому. И столько объектов военных. Чё залагал-то? Блин, заебись. У меня человек. Сейчас, тихо, я пытаюсь человека убить. Я умер. Опасная хуйня, человек мирный оказался. Я к нему прибежал, думал его убить, его зомби пиздил. Зомби переоказался на меня, я стал убивать зомби сам, а он вышел меня, не стал убивать, ушел. Но я его не буду трогать, ладно, если он мирный. Зомби очень жесткий, кстати. Буквально с 3 ударов 3 пореза дал. Блин, удивительно, но этот чувак меня не преследует. Просто лутает военку. Я нашел кольт. Прям с магазом? Да. Издеваешься, маскировочный камуфляж для винтовки. Не знал, что он может появляться. У чувака что-то было? Что-то на спине было, да. Здорово. Здорово, заебал. Он с тобой бежит, хуй. Хуесос. У него бинт был, ладно, тогда не такой уж хуесос. Я заболел. Холодно. Ну, понятное дело. А, ну у меня есть таблетки. Бля, а чё тут? Ты их дохуя как? Жалко, здесь нет босса. Сейчас бобраник. Чего ты напердел тут, блядь? Жилет. Лучше для мужчины нет. Сука, ничего не было вообще, пидоры. Уходим, все, давай в Воркуту, я хочу кушать. Я не о, башу. Стоп. Тёт? А, блядь, не гриб растёт этот фонарь. Понял, камера, я думал, сама. Ты хпшка херится? Угу. Грета Тунберг не помогает. Давай разведем костер. Как люди вообще тут жили? Ооо! Чё там? То, что здесь очень нужно. О, тут, короче, бочка есть, можно погреться, потом просто рестак. У меня красное хп. Здесь мозг. Вот еще. И заскочь и не берет. Вот просто чё-то чего. Тут продувается дом как-то хуёво. Ну тут от выброса я бы не стал прятаться. Ну чё, первое впечатление наше? Проще, чем я думал. Учитывая, что хардкора нет, такое же впечатление, как от Ливонии. Новая карта, которую интересно исследовать, всё. Я не хочу смотреть никакие видосы. Как было еще на Руси, сам разбираться. О, хп пошло наверх, у тебя как? Только что тоже озвучил. Человек. Ой, блядь. С оружием? Не понял. Не, убежал. Он кепка. Может, вместе спауна просто? Ну, видимо, да. Ну, мы на берегу, вон, вода-то на этом. Че, 45-й нужно? Да. Ну. О, спасибо. У тебя человек приходит, знаешь, пока я заряжаю магазин. А плюсик еще будет у меня у температуры? Слышу, нет. Только если это еще теплее нужна. Мне вроде довольно теплая одежда. А штаны и ботинки? Хуёвые. Ну вот. А видишь, какое оружие за спиной охеренное? Палка, блядь. На раз в год стреляет просто. Да. Ну, плюсик не появится, рассказывает. А у меня не появился. Появился. Это же любимый жилет, который не чинится. А, о, плюсик появился только сейчас.
но в Воркуте мы сдохнем. А! Бля! Убей его, убей! Да я... Пизданул его. Здорово. Здорово, заебал. Уходишь. Давай, у меня патроны кончились. Убил его. Я 3 пореза. Быстрее. Вот это он пидорас, конечно. Но он так неожиданно пришел. Да вообще пиздец. У меня желтая кровь, желтая хп, ебануться. Он поесть принес. Но он тебя почему-то зафорсил. Он, да, ну да. Я он, видимо, знаешь, ударил 3 раза. Жал. Сильный. Он, короче, да, сильный. Машину из армы ронишь? Ага. Че, пойдем направо, вон там какая-то хуйня непонятная. А, спрайт. Лучше заморожено, купим. Вот, посмотри, знает, как это выглядит. Прикольно. Ну, хуёво, он выпить-то мы его не сможем. Кто-то кого-то пиздит. Ага. А. Че, ёбнуть, че? Ну да, давай. Попал. Я разберусь, если что. Будем до этого? Блять. Не, надо довершать начисто. Он на блоке. Бля, тут двое их, ебать. Он в дом убежал, дальний от нас. Ничего нет. А, нормально, слушай. Он кого-то убил. Ебать ты дрешь, дядя. Бля, ну кольт тема, слушай. Так, ну, блин, у меня 5 патронов на кольте, я как бы не слишком боец. Но мы пришли в Воркуту, так что нам пиздец. Воркута — это самый большой и единственный именно город. Значит, у нас будет еда. Да, или нам будет пизда, только бывает. Копай, сука. Вот там справа вроде вот палатку типа... видел. Вон палатку пойдем. О, печенка. Мне надо взять. Ой, блядь, иди на. Тебе. Почему? Какой он жесткий, ты пипец. Неопределённо. Пизданул, блин. Там человек. Он там. Зарежешь этого пидора? Да. Короче, в том доме... Туда зомби побежал. Он в том доме человек. Больничный. Вот справа. Вон он убегает, ага. Направо. Убегает. Вижу. Но он кипан. Но я не смогу так попасть. Не, ну если даже смогу, то... Куда со второго этажа-то? Да нормально. Человек сзади, он там бегал. Ну, убей его еще. О, еда. О! Ага. А, бля, его вместо мастеровки берет. Сразу возьми ты. Весело хустом ходи. Весело с хустом. Хороший совет. Чего ты, блядь? Тут, да иди шо, ебанутый, погнали. Че? А почему лестницы нету? А, это, блядь, на Мальцев. Он как был, так и остался. Прикольно. Лифтовая шахта, лифтовая. Наполняет ароматом чая. Позиция, ну что так, я в Припяти с тобой? Так, ну и что тут? Сейчас нам пиздюлей, снайпер с какой-нибудь вышки ёбнут, бля, и все, и пиздец. Нам надо вон туда, где видишь, Волга, вон туда, короче, все-таки. Да, давай. Тихо. Пойдем в дом. Он забежит? А, ну это непреодолимая преграда, ну ладно. Пизданул. Ты насрал. Блять, что ты насрал? Вы будили, блять. Такой кустик. Стоп, ты игрок. Ты больной? Че у меня? Новичок тоже. Нихуя у него, ножи там внизу у него в штанах. У него нож хороший, да, есть. Налобный фонарик возьму. У него даже не выключен, это ночью убили чувака. Где там? Че орешь, овца? Потому что охуевший. Охуевший, блять! Оу, щет! По тебе что ли? Не зря зашел. Коробка 7.62. Ты зря, согласен? Знаю. Близко. Ух ты, блядь, как близко-то, ёб твою мать. Готовь свой стол. Сидят, блядь, человек куст и человек альпайн. Давай в стиль выходить, потому что нас могут с крыши пасти. Блядь, да иди нахуй. Иди нахуй. Идёт нахуй, отлично. Туда, что ли? Я хуй. Хуй туда пришло. Ой-ой-ой, это как-то громко, надо валить. Закройте этот мордок. Нет! Да, вон он наверху. Так, давай закрытую от него, а то он осматривается. Мы закрытую от него и побежали ровно по его пути. Интересно было бы узнать тех, кого он убивает. А где он сидит, ты мне объясни. В доме, наверху. На этаже или на крыше? Нет, на этаже. Охуевший. Как он нас лоху, блин, не убил там? Ну, может, он был занят, потому что война там. Опа.
открыл. В каждом доме кто-то сидит, ёбать. А, ну вон там база. Это база? В доме, который перед нами. Там база. Чувак, видимо, базу кемперит. Блять! Человек! Где? У меня. Вижу. Кепка. Вижу. Иду убивать. Ёбнешь что? Да. По тебе. Че ты взял, что ли? Чёрный. Кепочка. Бери, короче. Ну, это было неплохо. База вон там, наверху, на этаже вон там была. Что, уходим вообще? А что делать? Мы не сможем их убивать. У нас нет патронов. Ты... Пойдем за оружием. У нас вроде все хорошо. Жизнь встала на поток. Можно, мне кажется, оружие поискать. Надо найти место, короче, отсидеть, отогреться, потому что... Ну, давай. Не знаю, я бегаю. Сука, это близко. Уже пистолет был. Человека увидел. С герметичным рюкзаком побежал в сторону файта. Что у него там за оружие, я не увидел. Это, короче, он стрелял. Понял. Вот жалко, вот столько человек, кепка идет к вам. Будет связываться? О, он хочет. Блять, он меня хочет, сука, ну естественно. Да не надо было, ты чего? Все. Такой пидорас просто. Ой! О, по нам? Ты мертв? Нет, чего? Ну хрустит, потому что как будто по нам. Забери вещи. У меня много вещей. Пипец, блин, вообще, что происходит? Просто я. Чё? Это прям вот тут. Он кого-то убил даже. Да ладно, что мы все, ну, как бы я посмотрел этого чувака, лимонада, которого ты мне скинул. Что он про аномалис думает, потому что я-то знаю, как бы, что он думает. Ну, в плане, что я думал. Я не смотрел, боялся спойлерить, он там по-любому расскажет, что как на этой карте, а мне не хочется знать, где какие города хорошие. Ну, а я так и так знал, так что мне, в принципе, было похер, я увидел только, ну, парочку мест новых, которые добавили, и все. Ну, будьте дружелюбные, там, знаешь, типа такой, если человек, как бы, не хочет причинить вам вреда, не надо его убивать, все такое, я просто сейчас играю, я такой думаю, ну, может, да, действительно, как бы, людям похер, потому что... Да не, ну, а были тогда двое у меня, которые добрые. Ну, да, они есть, но если видят пушку, то все, как бы, до свидания. Удивительно. Меня до сих пор, я в шоке, что мы не умерли там. Ну, типа, там такая война, там все следят за крышами, либо нас осознанно не стали трогать. Потому что я не верю, что нас не видели в момент, когда мы в магазине файтились. Нас либо осознанно пощадили, либо у них были дела поважнее. Но я все еще в шоке, как мы оттуда ушли. Там идет атака на базу, я так понимаю, какая-то люди спаунятся. Вот, скорее всего, чувак, владелец базы, пришел без вещей. Можно. Залутать себя и продолжить войну. Вот один. Что это такое справа? Давай серебря посмотрим. Я видел где-то... А, у меня есть, все отлично, у нас есть даже хуёвый на винтов. Чего за эти повышками-то? Повышка на вышку. О, вот это база. Да! А! Убил его, нет? Нет, по-моему. Он съебался. Какой-то, подожди, стой, не двигайся. Не понимаю, как он палатку убежал. Кабан бегает по полю. Ты его рашишь? Ну, я смотрю, где он. Я не обиделся, что у него. Ты обиделся? А, он. На он этой? За кабаном бегает. Нет, это зомби. Он обиделся. Я попал. Это он? Да. Да нет. Да-да. В смысле он два патрона? Помоги! Иди ко мне. Три пореза, бегу. За мной бежит. Попал, убил. Ну не знаю, убил, не убил. Добивай, я разберусь с своими проблемами. Просто... Там другой был, короче, я другого типа убивал. Ну я понял, я же тебе сказал, что это не может быть он, если он не обладает наушниками телефона от него. Поэтому я пошел проверять и не зря. Ух ты! У него не было оружия огнестрельного, иначе бы он не стал меня ножом пистить. Да-да-да. Огнестрела у него действительно нет. У него на СР. Ну, у него есть под магазин на кольт второй есть. Да, ну, нам просто везет, что у них нет оружия и все. Ну, пойдем уже реально большие базы. Хочется ствол какой-то. Вот прям бесит, что нечем обороняться. И у людей тоже ничего нет. А нам не придется по воде идти, если мы появимся? Не, нам придется, там два перешейка. Но два перешейка значит, там кемпят. Ну, мы должны туда попасть.
Мне шанс, что сначала мы на тот свет попадем. На слишком вижу. Во, вот тут можно покушать. Блять, там, если положить в костер, то... Баран. То... Где он? Вон стоит, козел. Стрельнем. Я разберусь, что там контролирую. Окей. И побежал. Фу, блядь, испугался. Все равно ничего не среагировал. Какая разница. Я начал... Да. Как начал, так и кончил. А, типа... Лол. А сейчас оно ледяное, прикинь. Чё? Ты умираешь. От чего? Ты умер? Нет, я упал в обморок, я начал есть мясо, и он начал умирать. Блять, я не знаю почему, может ты перегрелся? Нет. Чё, мясо тоже нельзя есть? ХП мигающее. Не знаю, чё. Запечённое, кусок жира. Чё такое? Я не буду больше пробовать. У меня ХП 0. Какой бред. Пробуй съесть кусок мяса за один раз. Не будет у тебя ХП отниматься? Да, будет. Покушали? Понятно. Чуть не умер, блять. Окей, тут есть еще эти вяленые, ну посмотрим, давай вяленые. Да, тоже. Короче, вот, блин. Типа они заражены радиацией? Ну, можно взять это говно, чтобы просто тепло было. Можно людям давать. О, бля, ебать, это, конечно, стратегия. Надо загуглить, может, мы не разобрались. Смотри. Чего оно дымится-то? Прям в руках дымится, смотри. Ну, типа тепло излучает пар. Прикольно. А, может, он горячее слишком? 80 градусов, кстати, да. Но я может, не буду больше пробовать, у меня ХП мало. Если я попробую, попробую, сейчас она остынет когда. Вот, я вскину. 80 градусов дохуя. Ну реально, может быть, больно, но это очень странно, конечно, что от того, что обжегся едой, упасть в обморок, но тем не менее. Я с такой скоростью съебусь, конечно, что пиздец. Пойдем, раз у нас все хорошо, на перешейк. А, на магазин на кольт-то. Ствол. Магазин за 40, да? За 40 гривен. Что такое хуёво? А хуй ты хотел? Или как там было? Да я не понял, блядь, нихуя. Чё ты? Ловишь, ну была шутка, блядь, старая очень. Туфли за 500, что-то нихуёво. Ну а чё, а хуй ты хотел, блядь, за 500? У меня, а на поле, знаешь, чтобы застрелиться, как человек воробью, давали бы хулю, блядь? А, да-да-да. 50 градусов укрешись можно, да? Ну, вроде как да. Ну, козёл, конечно, блядь, такого. Ну я так смотрю, люди, он сосвало там, видишь, бывает, да. Ну, халикрашу, значит, есть. Халикрашевый нет. Есть 4 вертолета, раскиданные по карте. Один находится на горе, я знаю, а 3 других я не помню уже где. Блять, ну тут мы умрем, с такой перешейк, ну нахуевший просто. У меня еще скорость такая, чисто мишень первого уровня в тире. В каком тире? В третьем. Че в нем? Ямка. Ну заебись еще. Там справа очень удачно вышку расположили. Сразу видно, геймдизайнеры любят кемперов очень сильно. Только она открытая, как бы, пиздец. Ну там можно встать. Пойдем туда, кстати. Да? За... А, нет, это Гермо... Фредит. А, он вместо этой, вместо кустика, так ну, что ты выбираешь. Ну, кустику идет рюкзак. Все отлично. Все классно. Это вообще пиздец. Блин, сейчас игра как Battlefield 22. Вот жду, когда же там будет торнадо, когда там будет песчаная буря. Вот сейчас я жду, когда же будет выброс, когда же будет, блядь, ебаный буран. Хочу на все это посмотреть. Там труба слева, видишь, как в зою крепить? Там зомби плавает. Все нормально? Там зомби, у него тупо голова торчит. Где зомби идет? Он упал. Он ёбнулся, но, по-моему, нормально ему. Ну, я как бы не могу. Ну, дурак. Ко мне тоже пришел за это. Ой, я нашел годноту. Потом. Ну, сейчас, я не видел, что здесь постоянно. То ли дикл, то ли кольт с глушителем. Кольт-то с магазином. Здесь глушитель. У меня теперь кольт с тремя магазинами. Это охуенно. Что? Бля, переагрился, хуйло. Ни одно! Говно! Чувак, я умру. Я попытаюсь помочь. Я использовал второй дедовский способ, называется хайграу. Ноль хп, ноль. У меня двоих я забрал. Неправильно, ёбаный волки! Я. Блин, опять я медленный, как не знаю кто. UMP 45 с 20... Так, поехали. Бежись, мудак, блядь. Отлично, все. Ладно, буду пока с ним ходить. У него ставится глушитель, интересно? Пистолет, он должен ставиться, по-моему. Мне прикольно, что у меня все на 45-х. В будущем места будет не так много заниматься. Но единственное,
У меня, блин, кольт, конечно, с таким количеством магазинов ты мне его отдал. Че, мне кольт один выбросить или оба оставить? Давай я возьму. У него есть один патрон. Опять же застрелиться. Какая бесит моя количество хп, просто прям выбешивает. Ну хотя бы оно радует меня тем, что оно не ноль. Блин, жалко девчонку свою, она пиздец, блядь. Просто умирает. Давай дальше, к следующему военку. Ну хотя бы теперь я могу защищаться. Справа от нас единственный ВПП местный. Ну пойдем, чё. Там аэропорт, значит, там война. Там война, значит, да. Там лут. Опа, вот блядь, она. Вот ты, о, там вышка. Ебать, тут объекты. Объедка. О, 730. На ходу, интересно? Да, полетели. Ты две маленькие справа облутал, да? Да. Блин, солнце, ебано. Нет, солнце я люблю на этой карте. Оно согревает. Твои нашел. Забери сразу. Третья комната слева. Тут еще четвертая получается. А, нет, уже не заберешь. Конечно, штаны нашел за 40 гривен, господи. О, куртка пожарного. Слушай, их две здесь не хочешь взять? Хочу. Черный. Смотри, какой я модный, блядь. Ливанешься. Забирай. Пойдем, короче, в палатке, ангар. Потом направо, а потом посмотрим. Ангар, ничего нет. БКшка. У тебя патроны есть? Есть. Дробовиковские. Дробовиковские. Ой-ой-ой, Ксюха. Здравствуйте. А, у меня патроны есть тебе. Я в одной палатке магаз нашел, а во вторую его. У меня еще есть на нее глушак. Вот это и вот это. Спасибо. Ой, спасибо, папаша. Охуеть, спасибо, папаша. Я говорю, тебе повезло. На дробовик патроны у тебя есть? Да, немножко держу. Я могу тебе дробовик, в принципе, отдать. Ну да, у нас обоих автоматика есть. Продать. Блять, чего один патрон-то мудак? Один патрон мудак. А два патрона уже не мудак получается. Не мудак получается. Если у тебя магазин на СГ-5К есть, пойти там. Забил, как резко стало тихо. Угу. Единственное, что мне не хочется сейчас вот обнаружить, это медведя рядом с собой. Но мы сейчас можем убить медведя. Потому что мы потратим на это почти все патроны, но мы можем. У меня желтые там. Вон олень орёт. Идем. Охотник. Кого? Охотничья винтовка, ты знал. Правильно, все. Правильно. Неправильно, ёбан не волки. А. Труп. Не попал. Все. Нихуя. Второго разбери. Ладно. Третьего хотел догнать, но не получилось. Третьего по приколу вырубил. Вырубила его. Второго для прикола вырубил. О-хо-хо, вот это хорошо. Хоть это и самка, но самка. Самка. Понял. Даже я не понял. Хайграун. Где он? Да, хуёвый хайф. Охуевший, блин. Пидорас. Сука. Евшая, блядь. Ой, спасибо. Топор. Чё, идиот? Чё, потанцевать нельзя? А чё, потанцевать нельзя, что ли? Идиот. Мне потанцевать нельзя? Чё, идиот. Мне идиот. Потанцевал и раскрыл? Потанцевал и раскрыл? Да. Как дела? Топор. Зомби побежал. Человек! Человек слева на рельсах. Что он делал-то? Он налево убежал. Ну он побежал, значит, по рельсам дальше. Давай за ним пойдем. Где этот пидор? А, слушай, да. Ты чё пугаешь меня? Северный поток 2. Всё-таки построили. Северный поток 3, видимо. Какие-то утки орут, а я ещё обосрался. Я больше боюсь деревьев скрипучих и пидоры. Ну это похоже. Деревья скрипучие, пидоры ебучие. Как горится, блядь. Как горится, ну. Охуевший, блядь. Только до желтого, блядь. Ну вот пидор, а? Вот гнойный, вот реально просто. Вот ты зомби вызвал, он на меня сейчас пойдет. Вызов зомби, 8800, вот это вот. О, казарма. Но тут уже начинается жопа, потому что тут как бы... Просто видите? Так, как и, ну, лошпедов нет. Как же лошпедов мы? Точка нет. Мы, как ну мы-то, это мы отдельные. Мы ведущие лошпеды, блядь. Ну тут... Как бы там ошибка была очевидная с точки зрения того, что... Подложи что-нибудь. Еще и было... Чего за хуй? Художественный фильм «Спиздили». А
Ну-ка, 101 модель. Я уже думал, блядь, калаш без эмоций нашел, так это уже съебал безэмоционально. Анально. Где он этот магазин? Давай. Я с собой носить. У меня в инвентаре. Иди кушанием занимайся, я покажу этот. Так ты ж повар, пуль ты мухлюешь. Магазин что-то есть наверху, да? Грейс, Грет Тунберг. Жиртрест очень малый. Ну типа там очень мало жира было. Козы, овцы, хуйни. Я боюсь. Я пожарил. Да куда ты пиздишь? Да ты чё? Да ты... Я в инвентарь кладу, чтобы согреться, а ты вот пиздишь вот это всё. Художественный фильм. Я не пизжу. Я пиздю. Пизденок? Или пизденок? Пизденок. Ага. Международный вопрос. Сос. Чё мы до сих пор живы тогда, мне это интересно. Молчи, да. Чи, да? То есть дым вообще людей не привлекает. Всем похуй вообще. Блять, Никит, да пиздишь я сижу, ну. Так а чё будет? Нас ёбнут. А если я буду получать нас ёбнут? Правила трейда... Админ, соблюдайте правила трейда базы. Да похуй вообще! Блять, ясно. Надо убить тебя, чтобы, блять, не пиздить. Ты поменялся, раз побежал, и ясно. Ох ты, блять. Чё за бред? Это прям близ... Это... Вода, надо быстро затушить будет. Чё за бред? Чего? Звук слева был какой-то. Это не выстрел был. Бери, мудак. Бери, мудак. Все бери. Заливай костер, как только он это. Да я поменял сейчас штаны, они исчезли как будто. Тут их нет просто. Тут есть на первом этаже пожарные штаны, еще один. А, так там база. Огромная. Как мы пиздежом к этим. О, шителка. Блин, что-то было как-то поразнообразнее, наверное, да, я был, по-моему, до того, как он проебал. Ты покликай там, посмотрим. У меня стандартный глушитель есть, если что. Озвучил. На вот в сторону ЖД и прямо. И вторая база там, походу. Охуеть. Да, наверху застроена. Охуевший. Мы сейчас пойдем, найдем медведя и умрем. Если один машину изгорим, то он типа. Прям как он, да, по его стопам. Сейчас начинаются более скрытные технические убийства. Пау-пау, и мы бежим. Блять, ну ты можешь не орать, Снежок. Я поэтому белые штаны, видишь, надел. Шел случайно. Ну тут людей видно на этом белом просто. На белом-белом покрывали я моря. Знаешь, такие. А что это там, вон, смотри? Где? На горе, видишь, львечий. Это что такое? На точка? Горе стоит верблюд, его, как говорится, вообще отверг. Не знаю, что там на горе, я не вижу, там обычная какая-то херня. Это волк. А, сзади... Кто? Там наверху волк. А, вижу, да. А почему он там так крадется? Не, ну с волками жить это... Да, там он стоит там. Странно, что он не по чью-то душу. Так не работает обычно. Пиздец, здесь живописное место. Вообще, я обожаю, ну, обожал всегда на Майзек за вот эти вот виды. Впереди мост такой прикольный. Что-то GTA вспомнил. Ну, это небольшой мост. Тут это есть огромный просто мост. Просто это пиздец. Огромнюш. Ну, казарму сразу пойдем. Тут двухэтажный бункер. Сколько разминает это... локацию стал. Он тебя решил не бить, прикинь. А он просто не увидел еще. А тут пацифист, блин. На крыше хуйло. Блин, у него разгруз. Кстати, забавно, что тут закрыты двери. Банда Балаклава. Банда Балаклава? Банда Балаклава, да. Не надо. Там сторон, там еще один. Скорпион. Зайдешь? Да. Ёбаный рот. Ох, я вовремя закрыл. Сука, починка проебалась как раз таки в штанах, блять. Ну все, наконец-то 370-й пригодятся. Где эту ёбу? Блять, чуть не обосрался. Понял. Это презерватив ты, ёбаный. Еще один пробежал. Ой, это ты сам. Ты пошумим, пожалуйста. А что делать? Ну так же шумно. Хочешь сразу бунтер или... Я не помню, где тут вход. Реально, очень похож на сталкерскую локацию. О, дверь, вторая. Ага, она закрыта на защеколду. А по-моему, там в этом здании это и вход, потому что я не помню, что бы. Вайга. Заебись, вода. Без магазина, к сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это надо брать.
понял. И ушел. А, так тут он патронов много. 308 и на М-ку. Че он на М-ку не хочет брать, почему? Ну, есть подъем. Нет, ну я не сомневаюсь, что здесь второй фронт. Просто какие-то умники сделаны. Открыл. Сюда. Открыл? Да. Да ну, вообще я топ. Это интересно. Да, тут спуск был. Да, сначала здание смотрим. А, внутренний двор еще есть. Блять, мы тупые, блять. Да. Чем? Тихо, 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 ты такой-то. Зомби там? Тут. Ты. Да, братан, понимаешь? Что это значит? Значит, темнота. Нет, так а в чем прикол? Ну я фонарик могу включить. Можешь. Дай мне, блин, тоже в одну батарейку из прицела, потому что мне это тоже фонарик как бы не помешает. Уже. А в чем опасность? В том, что, наверное, ничего не видно, вот в этом опасность. Блин, ну страшно, ну, вроде бы бояться нечего, кроме, не знаю, чего, кемпер какого-нибудь. Воу, реактор какой-то. Все? Там, там еще нижний этаж есть. Пойдем, пойдем. А, дверь. Угу. Хорошо ударил. А, были. Что за звуки были сейчас? Не знаю. Надеюсь, что эмбин. Так, где он, выход? Ты у меня слышишь? Я не помню, я тут, ну, я тут ни разу не был в этом. Он там, наверное. Трехэтажная, да? Раньше сюда была ёбнешься какая. Чё за буль-буль-буль? Да, я тоже слышу. Плакет для переливания. Локация из Гаррис Мод. Прикольно. Слушай. Чё? Я подошел вот к реактору, и тут походу она ни хрена. Да ёпта. Она ни хрена не трехэтажная, а больше этажная. Ну, будем спускаться, пока не спустимся на днище, ебану. Прикинь, по НВшникам тут встретиться, нам же будет. Да не. Перестреляем хуй лучше. Чё, по реактору или по лестнице спускаться? Это гвоздем. Ой, если сейчас это сидит, я же охуею. Оооо, вот это круто! Да, здесь больше этажей. Смотри быстрее. Да и говорил, что там. Тут практически нечего лутать, на самом деле. Да, я думал, что ну раньше тут прям. Ну вообще, может, вряд ли. Все вынесли, подумал я, но вроде как нет. Там оружие. Маска. Ну такое. Ты не хочешь его взять? Второй? А, подожди, у тебя чё. А чё у него за. У тебя вот этот прицел ставится? Понятно. Я его нашел вот только что, так что. А, у тебя красавчик, да. Спасибо. Так. А, вот сюда мы пришли, все, получается, можно спускаться ниже, если можно, конечно. Блять, залагал. Еще ниже можно. Локации забыл. Вот этих локаций я бы встал тер. То есть таких. Пиздец, от локаций. Вот этот этаж стрёмный. Аук! А, чем ниже ты. Ебать. Так, ну ладно, тогда я вытяну скотч, хуй с ним. Ебать твой раб, чё? Я не вижу. Чё случилось? Я тут. Чё? А, куртку инослужащего низкого утепления. Ещё, где я вообще, что? О, М-ка! Есть! Фулгрейд М-ка! Блин, это просто топовое место. Самое главное, что такие вот, как мы, лутаются эти интересные места, а потом нас убивают все эти прокачанные херососы. Дай печенку, пожалуйста. М-ку надо. Она со штанами ушла. А, ну она в поврежденном состоянии, ладно, еще походит. Ну просто, ничего хорошего. Она, короче, М-ка прям охуенная. У нее прицел, да, у нее прицел и магазин на 30 патронов. Не самый худший. Фонарик можно еще поставить. А, у меня глушитель на нее есть. Ну все, пиздец вообще, просто. Остался еще один этаж. Еще там будет... Свал? Или лар? Насрал. Даже здесь стоит, тут мы не прибежались. Еще ниже можно, пиздец.
ебануться. А, зашибись. Че делать? Ну, слушай, объективно, нахуя мне теперь UMP? Объективно. Ну, типа, да, у него два магазина. Так, надо брать все, короче, это тупо. Так, подожди. Блин. Она охуенно нужна, блядь, этот маскировочный плащ ебучий. Она охуенная, это кустик. Его как говна, блядь, это кустик хуюстик, блядь. Нахуй. А, кто рычал? Медведь. Ну тут под землей его не будет, надеюсь. Я надеюсь. Ну, а схуя ли он орёт? Человек, значит. Я ебал отсюда выходить, если чё. Блин, ну маскир... Ну сука, ну маскировочка, ну бля... Да нахуй не нужна, я еще видел обычную. Тут хватит ныть, блядь, чё ты тут... Эй, блин. Эй, блядь. Ооо! Чё это такое? Звуки стрёмные, пизда. Бля, если там сейчас будет кровосос, я дропну игру нахуй. Ты чё, идиот? Гордон Фриман, ёб твою мать. Бля, я чуть не обосрался. Если это Гордон Фриман, кстати. Там нет. А что, все нельзя сюда? Да, все. Будто нам мало. Не, просто тут где-то я видел, вот, видишь, лестница. Не знаю, стоит ли проверять, может. Не стоит. Или нет. Ты больной, я просто. Иди. Больной. Чувствовал. Ну иди, у тебя фонарик, я никого не вижу, потому что я вязкал. Ага, 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 а, я понял. Ходим. Очень хорошо. О, слава богу. Магазин Лара. Бля, ну медведи эти это тупо. Вергибилизм. Каннибализм будет, блин. Ты медведь, что ли? Пошел к медведю. Так тут он вроде на другом стороне. А. Ну с чем убегать? Стоп, здесь еще один спуск. Иди сюда. Блин. Я понял. Это опять потемнело. В глазах. А, блядь. Всё, на нас? Кто его знает? Ебать, ну как будто меня пиздят, блядь. Где он? Да, да, на нас. Ебать, Люсю. Блядь, пошёл нахуй, я не хочу. Ты снимаешь, что ли? Да. Михалыч, тебе пизда. Не надо. Ладно, он прошёл сквозь тебя. Михалыч, лайк. Лайк, Михалыч. Идеально. Ну и что мы будем делать? Я не знаю. Можно пройти через низ и выйти с другой стороны, и может быть он оттагрится. Убивать его это тупо. Мы потратим все патроны и вот так. Не понял. Он быстро сдался. Я сделал вид, что сдался. Я кто-то поинтереснее побил. Ты. Чё, понятно. Не зря я дверь закрыл, прикинь, бы он к нам пришел сейчас. Сейчас бегали по лаборатории от него. Угу. Как от скримера, нахуй. Ну это было бы охуенно, на самом деле. Умереть так. Просто второй вход на этот этаж. Да-да-да. Чё-то сегодня у нас очень везучий день, мне прям нравится. Я сразу сказал, что так будет, правда? Я очень сильно хуево встал, и я спать. Ой, блядь, чуть не обоссал. Я привез, ты меня целишься. Аааа! Опять начинают эти звуки. Ёбаный. Ага. А, ну мастеровка моя осталась. На нахуй, вот это заебись, блядь, будет сейчас. Михалыч, по-моему, приехал. Приплыл, нахуй. Фонарик, выключи. Михалыч не приплыл, по-моему, или что, мне показалось? Я его не слышу. На, это ветер, блядь. Михалыч с ветром путать, это беду накликать. Накликаем? Я тоже теперь, знаешь, задумываюсь о слове кликать. Оно же смешное на самом деле. Так, у нас теперь есть хорошее оружие, у нас есть два варианта. Либо дальше лутаться, искать магазин новый СС, либо можно где-нибудь уже заседать, кого-то искать, убивать. Заседание. Ну я предлагаю, как бы у нас два варианта. Два путя у нас. Ну точнее три, но один вариант подняться на радиовышку. Я вспомнил, откуда путя, сука, это смешно, вот посмотреть будет этот видос. Сынок, если женишься, считай, что пропало. А если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет. Либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, считай, что пропало. А если убьют, у тебя два путя будет.
Похоронят тебя либо под сосенкой, либо под березкой. Если под березкой, считай пропал. А если под сосенкой, у тебя два путя. Пойдешь, говорит, либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, считай пропал. А если на бумагу, то у тебя два путя. Будь бумага, либо пищая, либо туалет. Если пищая, считай, что пропал. А если туалетную, у тебя два путя. Пойдешь, либо мужской туалет. Если мужской, считай, что пропал. А если женский, у тебя два путя. Будет тобой пользоваться либо спереду, либо сзаду. Если сзаду, считай, пропал. А если спереду, считай, что женился. Да, другой путь, а туда, короче, подняться, перевалиться через гору, там будет военная база, но она похуже, вроде как. Есть третий, соответственно, вариант, как бы пойти назад. Это хуёвый вариант. И пойти там, понял, ладно, пойдем туда. Да, наверное. Давай досмотрим здесь еще пару мест, потом пойдем туда, куда ты хочешь пойти. Тут вообще охуенная карта. Вась. Да все они, блин, карты эти охуенные. На кой не захожу, мне все нравится. Но это, конечно, она такая особенная. Да, пошел ты нахуй, пидорас. Пошел нахуй. Да пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй, пидорас! Я такой не видел СК. Я нашел черную СК. Я на нее хочу все перестать, мне она нравится. Это... Ты, блин, люди, двое! Я? У входа, откуда мы вышли. Короче, слева, они, да? Ушли вовнутрь, а два. Пойдем убивать? Не знаю, там темно, вниз мы не спустимся. Пойдем. Он горел, он хуярёк. Ты уверен? Да. Это у тебя зомби. Ну просто хочется повоевать с ними, не знаю. Мы даже что-то людей долго здесь. У них по-любому хорошие вещи. Блять, ну это зомби. Это я, блять. Снимай его, нахуй. Разборка пиздилка. Разборка пиздилская? Получается. Не, ну мы можем их подкараулить. То есть ты не забывай, если они зашли внутрь, у нас два входа. Закемперить два входа, да. Двумя людьми можно. Отлично. Мы третье лицо играем, тем более. Можно вообще в закрытую стоять. Главное, чтобы Мишка не пришел. Ну да, русский Мишка, это блядь. Так, ты левый или правый? Правый, наверное? Левый. Левый ты пойдешь? А, ну давай я, окей, давай я правый. Во, вообще ништяк! Тот забор идеально ништяк. Под меня настроен. Потому что ты орёшься. Потому что ништяк, вот почему я орю. Значит, вопрос. Если они на центральном дворе сейчас, да, как ты говоришь, у них оттуда только два пути, да? Это через бунтер с твоей стороны и через через ворота ко мне. Ну, не через ворота, а через арку. Да, и еще через забор справа они теоретически могут выйти. Mm-hmm. Слева, для тебя слева. Я надеюсь, что будет слева или справа. Блять, ты что ж ты за... Ну, второй раз я сдержался-то, кретина. Но если они слева выйдут, это пиздец будет. Ну, согласен. Справа от тебя, слева от меня. Звуки охуевшие, да. Кто что? Это? Почему двери открылись какие-то? Слышал это? Еще бы, блядь. А что это такое? Я не знаю. Может, там вот реактор можно запустить каким-то образом? Ветер поднялся. Они снаряжают магазин. Готовься. С твоей стороны мне идти? Да, с моей стороны нет, не иди, не иди. Да. Они могут к тебе спокойно выбежать через двор. Вижу, идут. Блять, тебя? Прицелься, прицелься, мудак. Трое! Не буду стрелять, нахуй. Направо побежать. Ко мне идут, блять. Стреляй.